сегодня мы будем играть с крутыми игроками. Поэтому запасайтесь девочкам. Между нами на улице. Просто нас противники дураки. О, нет, мы проиграли. Ёлки-палки, я хочу это сделать. Хочу в сегодняшнем видео положить конец всем этим гаджетам. Они должны быть все у меня. Надеюсь, вы еще не уснули. Надеюсь, вы держите за меня плечи. Те, кто за меня держит плечи. Ваша поддержка мне помогает. И вот сейчас я чувствую, что сейчас должно. Как с тобой за каким-то игроманом. Все, ты мой просто не бегаешь. Вот так вот быстро. Беру свои динамиты. Туман. Ой, что у меня с ником? И на ялек. Привет, броменец. В Бузи добро пожаловать на новый безумный ролик о Бравл Старсу. Почему безумный? Потому что в этом ролике я собираюсь сделать что-то очень хардкорное. Я собираюсь играть.
играть абсолютно за всех бравлеров со всеми гаджетами. Как вы, наверное, заметили, у меня на всех бравлерах есть гаджеты. И в этом ролике я протестирую все эти гаджеты. И в конце этого ролика мы подведем небольшой итог, какие гаджеты самые лучшие. А еще добавляем элемент челленджа. В этом ролике я не могу использовать ульту. То есть за место ульты я могу использовать только гаджеты. Ну и начнем мы, пожалуй, с бравлеров, у которых меньше всего трофеев. Это Спраут. Да, я его не прокачал, у меня на нем всего лишь 82 кубка. Будем играть в одиночное ШД. И посмотрим, что из этого получится. Разумеется, я попробую затащить за всех бравлеров. Шанс очень мал, но все-таки шансы есть. Так, смотрите-ка, кто это здесь у нас? Здесь у нас хроматический бравлер, а это у нас мистер Гейл. Гейл. К сожалению, я не могу использовать ульту, а смотрите, я ее нормально забиваю, но нужно приучать себя к тому, что я не могу ее использовать. Нужно вообще забыть про то, что она у меня существует. Так, окей, сейчас мы этого ворона попытаемся завалить, да, ведем его к нему, там его где-то поджимают с разных сторон. Ребят. Так, мистер Гейл. Опа, простите, убили мистера Гейла. Нормально, забрали его баночку, тут у нас стоит Джеки. Быстренько закидываем Джеки. Вот так вот. Эх, как мне хочется использовать ульту, если честно. Как же мне хочется это сделать. Ребят, вы даже себе представить не можете. Опа, отхилился, нормально. Блин, а тут робот-то, а? Ёлы-палы, еще роботов мне здесь не хватало. Совсем забыл, что здесь действует это испытание. А хотя, смотрите-ка, это же отличная возможность. Мы не должны от него убегать, мы должны его встретить. Так, окей, забираю 3 банки. Смотри-ка, у меня уже есть 6 баночек. Ребят, ну мы с вами очень... На мемолнии идет. С юктическим разъедом. Там у нас Макс, у которой 8 банок, да, убегает от нас. Между нами молния, с электрическим разрядом, везде, ду-ду-ду-ду-ду. Ру-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Да, камон, да, это Слива. Окей, я занял топ-3. Макс оказался противовесом против меня, и мы с вами приступаем к следующему бравлеру. Надеюсь, вы поняли суть этого ролика. Ребята, обязательно поддержите этот ролик своим лайком. Давайте попробуем собрать под этим видео. 100 тысяч лайков, я считаю, это достойное количество лайков, которое должно быть под этим видео, потому что все 36 бравлеров, за каждого нужно отыграть. Этот видос я буду записывать минимум 2 часа. Ну что ж, следующий у нас будет Тик, отправляемся в каточку. Я, если честно, даже и не помню, что у меня за гаджет на Тика. Ой, что у меня с Ником? Ты на-я-ля, что это может означать вообще? Что это значит? Я не понимаю. Так, ну, надеюсь, я за Тика сразу же сольюсь. Очень на это надеюсь, как бы это странно не звучало. О, мы убили Дейла. Да-да-да-да-да, я его завалил, нормально. Я даже отхилить успел, у меня как раз таки звездная сила на отхилочку. Ай, блин, ну сейчас бы ульта меня так спасла. О, фу, ребят, что происходит? Меня чуть не зажали с двух сторон, я уже мог слиться вот так вот сразу же со старта, да? Так, вот тут Джеки у нас, да? Мы не подпускаем... С электрическим разъедом, детским... Я знаю, что здесь меня... Нет! О, как хорошо, что она зависла! Ха-ха, блин, меня могли только что кокнуть так просто! Ну все, меня не-не-не-не, саяк тарелки. Ладно, топ-5 тоже неплохо. Так, динамайк следующий. Так, ну, за динамайка будет немножко попроще, чем за других чуваков, да. У меня на нем тоже где-то 200 кубков, ну, может быть, 150. Но хотя бы не так сложно за него играть, как за Тика. Тика очень легко мансовать. Вот Тика — это такой бравлер, который чисто для толпы создан. Вот если ты видишь, что там на меду все собирают баночки, просто вырываешь глаза Тика, всех разносишь за пару секунд и все. А вот динамайк, за него можно играть соляно. Это не такой сложный бравлер, если честно. Главное не автоатачить за всех этих бравлеров, да. Моя главная ошибка — это автоатака. Ну и гаджет, конечно же, у этого динамайка максимально бесполезен. Так, закидываем этих ребят, подрываем шейки. Так, смотри-ка, ворон. Оп. А что, все, да, Ворон? Один раз получил моего динамита и убежал, да? На! Почти попал по нему. Что ты от меня бегаешь всегда? Разбрасываем с вами динамиты! А теперь закидываем! Камон! Черт, ты забыл, что динамайк может прыгать через препятствия. Ладно, ребят, мы с вами заняли тоже 4 место, еще плюс 6 кубасиков, даже 12 ранг понятный. Вот у меня на нем 183 кубка. Go next! Это у нас будет Гейл. Наконец-таки. Сыграю за Гейл. Мне на самом деле дико зашел тут бравлер, и гаджеты, и атаки его идеально сочетаются. Куда вообще не
минусы. Ну, разве только если кто-то подойдет вот прям совсем близко. Атаки нормальные, по урону все нормально. Не, ребят, вот что забираем очки? Галактика. Нет! Это была тупая тактика! Нет! Близкий! Это было очень тупо. Так, ребят, играем с вами за Барли. Сейчас мы пройдем всех этих бравлеров, которых я так сильно не люблю, и будем приступать уже к нормальным бравлерам.